это называется у нас, вот лежалась она, крепированная бумага. Мы сейчас будем аквариум делать. У нас вот такая вот коробочка прозрачная завалялась из-под чего-то. Вот. И вот такая вот бумага. Это будет море, рыбки, камушки. В общем, я вам покажу результат, потому что мне нужно две руки. Я не успела на штатив даже поставить. Но я думаю, что, конечно, интересно у нас будет. Мы сейчас все это туда за... будем просто наполнять, внутрь все это складывать, и все. То есть вся наша игра будет именно такая. Ну давай, Димась, начнем. Да, да. Так, сначала нужно камушки положить. Вот эти вот. Да. Открывать баночку нужно, давай. Открывать баночку. Давай, мама, сейчас открой. Это банка-бутылка. Да, банка-бутылка, вот. И вот сюда внутрь давай. Да. Морская. Вот у нас какие камушки там будут. Ага. Вот так. Да. Все, вот так. А куда у нас бумага? Угу. Так, потом мы все поправим. А теперь внутрь море засовываю. Вот сюда. Так, вот. Сейчас мама будет расправлять. Вот. Значит, мы решили, видите, все вытащить, потому что камни болтаются. И на самое дно вот я налила клей и пока арбузных вот семечек. Ну, будем продолжать сейчас наполнять наш аквариум. Вот они, видите, приклеиваются хорошо, лучше всего. Остальные плохо приклеиваются, вот эти камни. Смотри, вот у нас такие вот там рыбки. В аквариуме что-то у меня не наводится фокус. А, вот смотри, какие у нас там рыбки, да? Да. Плавают. Теперь мы будем за ними наблюдать. У нас там камушки. И это тоже. О, еще одна рыбка осталась. Сейчас мы и найдем ей место. Ну вот я думаю, еще коробочку нам нужно будет чем-нибудь отделать, чтобы она была, ну, не такая коробочная. Вот. И вот такой вот у нас. Вот моя. Вот моя. Да, и пузырики у нас, видите, и камушки. Ну все, скажи всем пока. Всем пока. Мы сейчас последнюю рыбку прикрепим.